Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан». Здесь в студии по-прежнему Николай Голиков. И Светлана Занько. Да, здравствуйте все, кто только что к нам подключился. Мы напоминаем, что вся сегодняшняя программа «Урбан» посвящена территории бывшего Кировского военно-авиационно-технического училища, которую минувшим воскресеньем передали полностью нашей области, региону. Собственность Кировской области, да. Региону, да. И, собственно говоря, здесь в этой студии в понедельник губернатор Кировской области Игорь Васильев сказал, что теперь будут приниматься идеи, да, рассматриваются различные идеи использования этой территории, и потом эти идеи на общественное обсуждение все-таки будут вынесены. Я думаю, что их можно начинать общественное обсуждение до того, как оно будет официально объявлено. Мы этим и занимаемся прямо сейчас. И просто сейчас бы уточнил, что мы как бы посвящаем передачу все-таки не территории, мне кажется, а будущему этой территории. Будущему. Да. То есть то, как мы хотели бы видеть эту территорию. Да, совершенно верно, Коль, совершенно верно. И благодарим наших слушателей за то, что активно участвуют в процессе обсуждения. Продолжаем это делать. Телефон прямого эфира 211-101. У нас в студии сейчас появился гость Алла Буркова, председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов. Алла Марсовна, добрый день. Добрый день. Ну и продолжается голосование на сайте hakirova.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы 8 вариантов ответа вам дали. Ситуация немножко поменялась, как я понимаю, ВКонтакте, да? ВКонтакте просто еще проголосовало 60 человек, пока шел наш первый час. Ситуация немножко поменялась, да, то есть вот этот лозунг «Верните вертолетное училище», он как бы немножко сполз вниз, потому что люди, видимо, поняли, что его уже не вернут, потому что земля уже стала не Министерство обороны, а гражданская земля. Да, так, Коля, даже ты поменял свое отношение. Я не то, что поменял, я все равно ностальгирую по тем временам, потому что это было прекрасное время, это была молодость, да. А немножко подрос вариант, это парк с велодорожками, немножко подрос вариант детский образовательный комплекс с садиками, школами, кружками. Вот три варианта лидера, которые в нашем вопросе есть из 8, которые мы предложили. Да, лидер на сайте – это большой современный концертный зал и парк с велодорожками по 33%. Следует все-таки вертолетное училище, за ними на третьем месте. Далее детский образовательный комплекс с садиками, школами и кружками. И никто не голосует за вариант «пусть строят, что хотят». Офисные здания и склады, жилой квартал с детским садом, школой и кинотеатром. Видимо, жилой именно квартал отторжение вызывает. Ну и напомню, может быть, для наших гостей еще раз расскажем. Мы тут подключали Ирину Рубцову, которая начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова, которая сказала, что да, за это время, пока передавалась земля за вот 8 лет, пока шла работа, здесь вокруг уже выросли жилые здания, их очень много, да, и требуется именно рекреационная зона с образовательными учреждениями, культурными учреждениями. Далее епархия сказала, что наконец-то этой весной последнее 6-е здание было передано во владение епархии, и предстоит длительный процесс исторической и культурной экспертизы, формирования участка, передачи РПЦ этого участка. Иван Губин, директор Политехнического института Вятского госуниверситета, сказал, что город нуждается и ВУЗ нуждаются в образовательных учреждениях среднего, а может даже и младшего звена, то есть вот некий инновационно-образовательный центр в парковой зоне. Ну, как бы он сказал, что у нас довольно много по городу разбросано учреждений, в том числе среднего образования, которые работают вместе с нашим опорным ВУЗом, и как бы если бы сгруппировать в одном месте, был бы прекрасный городок. Сделать такой учебный кластер, да, образовательный в парке. Да, именно в парке, как мы это выяснили. Да, именно в парке. Александр Елизарович Шклёда говорил, что, конечно, это прекрасное место, лакомый кусочек для инвестиций, потому что там есть все коммуникации, потому что это уже центр города. Сейчас, да. Проект, который разрабатывался 7-8 лет назад, подразумевал, что там будет именно жилой квартал со школой, двумя садиками, парковыми зонами, учреждениями там питание, вот это вот все. Но именно как жилой квартал рассматривалось. Хотя вот до эфира, когда мы общались с Александром Елизаровичем, он говорит, ну какая будет поставлена задача? С другой стороны, профессиональный архитектор, правильно говорит. Да, и мы-то надеемся, мы понимаем, что задачи будут решаться совместно, потому что, несмотря на то, что это областная земля, она находится в центре областного центра города, и, конечно, с учетом потребностей жителей этого города, ну и региона тоже. Вот чего в регион не хватает для того, чтобы город Киров – это еще столица нашего региона. Чтобы подняться еще на ступеньку вверх. Нам звонил слушатель Александр, который сказал, что
Вообще нужно город приближать к тем образцам, куда стремится наша молодежь. Вот она стремится там в Казань, например, в Москву. И надо посмотреть, что там есть, чего у нас нет. Ну, собственно, мы это и перечисляем, чего у нас нет. Потому что нет у нас парка нормального, да, со всеми необходимыми современными там атрибутами. Нет у нас действительно концертной большой площадки, о которой Игорь Васильев говорил, для того, чтобы там, да, еще один пласт там певцов, музыкантов сюда приезжал. Вот Коле очень понравилась идея того, что там может быть культурный центр с какими-то школами искусств. Ну, это Ирина Васильевна высказывалась как раз того, что там разместить говорила. Именно детские образовательные учреждения, не просто образовательные, а как бы вот такие школы искусств, предположим, там, да, что-то в таком плане. И как раз бы эта концертная площадка, она бы прекрасно сочеталась, потому что и дети бы сразу увидели, куда они стремятся. Ну, вот интересно, что говорил Шклёда. Он говорил, что когда разрабатывали 7 лет назад этот проект, то комплексный проект разрабатывали с учетом территории епархии, с учетом того, что там будет здание, принадлежащее РПЦ и прочее. Вот сейчас какие-то знаки мне пока стало Марсом, да? Поясните. Я имею в виду, что вопрос такой: разрабатывался проект с учетом территории, что снести весь памятник? Нет. Как раз наоборот, чтобы сохранить. Да. Наоборот, с учетом писать, чтобы он писался. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, вот я вижу, перед вами на столе лежит книга. Книга, издание, и там есть, да, вы сейчас озвучите, что это такое, почему вы принесли это сюда, в студию? Тема меня очень заинтересовала, территория семинарии, которая входит сейчас в территорию бывшего КВАТУ. Об этой семинарии очень интересно написала Людмила Борисовна во многих своих статьях. Безверхова, да, Людмила Борисовна Безверхова. Дело в том, что она занималась непосредственно вот обмерами и исследованиями данной территории, именно и училища, семинарии. И эта статья у нее вышла в книжке, которую вот в этом году выпустила книжку Людмила Борисовна. И сборник статей называется «Архитектурные этюды». Она вот еще пахнет краской. Но здесь прекраснейшая статья о этой семинарии. И с чего начиналась Родина, как говорится. Кто первый придумал план, как ее строили, как она развивалась. И, конечно, это памятник не зря федерального значения, потому что изюминка оказалась у нас здесь, в Кировской области, то бишь раньше это была Вятка, в Вятской губернии. План был составлен по законам симметрии. Мы сейчас говорим о плане семинарии Вятской. Да, мы говорим о семинарии Вятской. 18 век. Да, но когда КВАТУ начали думать, где разместить училище, видимо, это для Министерства обороны оказалось хорошей территорией. Есть и учебный корпус АКС, что не надо строить уже для будущего училища. И, в принципе, разместили здесь замечательно и использовали всю свою жизнь этого КВАТУ по полной программе, потому что есть учебные корпуса, они стали учебными корпусами. Есть столовая, она стала столовой. Столовой, причем прекрасной столовой. Причем да. Прекрасной столовой. Представляете, так это самое у нас, что там офицеры будущие учились вот в этих помещениях. Ну и, понятное дело, вся территория уже обустраивалась конкретно под училище. Ну и слава богу, может быть, потому слава что богу. Они сохранили эти здания в хорошем состоянии. Да, некоторым зданиям повезло меньше в городе, скажем так. Где-то разместили машино-тракторные станции, все что угодно. Да, вот я хочу сказать, что да, семинарии повезло, и она сохранилась. И, в принципе, ну, скажем, конечно, на сегодняшний день, так как там нет давно уже училища, надо же все-таки здание поддерживать, и оно немножечко... мягко скажем, обветшало. Да, епархия нам говорила, что они не отапливались, эти здания, все это время. Да, и поэтому, конечно, там нужно большую работу проводить по реставрации, по реконструкции, потому что все равно есть вопросы, есть и как бы такие вещи. Насчет того, что кто будет рядышком с семинарией, которая у нас, скажем, завтра возродится, все это возобновится, все это с Божьей помощью, все равно это будет. Кто будет здесь более, скажем, уместен, да, это, конечно, образовательные. И именно мое мнение, что это будет больше детское, художественное искусство.
Это не значит, что только рисунок и там живопись. Естественно, искусство — это большое понятие. Вот. Насчет концертно-развлекательного центра надо, конечно, подумать, потому что все-таки это жилой квартал. У концертно-развлекательного центра должна быть площадь. Он должен стоять на площади. И это законы для того, чтобы работал концертный зал. А вот для учебных заведений, которые могут располагаться в парковой зоне, здесь, конечно, очень уместен. В связи с тем, что все-таки так вот, если прикинуть, увидеть территорию, это вот Кирпичная улица, по-старому называю его, Ердикова, и Московской, здесь большое количество скоплений было военных учреждений, и на сегодняшний день, конечно, здесь, кто здесь живет, парковой-то зоны нет. У нас, конечно, мы рады, что у нас есть там бульвар, мы радуемся этому всему, вот. Но у нас здесь есть промышленная зона, где гаражи, где торговые центры, кстати, здесь достаточно будет. У нас лента тут рядышком будет строиться, уже землю там отдали. Но вот я так думаю, что вот парковую бы зону здесь сделать, да. Парковая зона и образовательные учреждения. И образовательные учреждения. Но без них как бы никак невозможно. Все-таки парковая зона – это хорошо возле образовательных учреждений. Они бывают разные. Мы сейчас продолжим обсуждение этого вопроса. У нас короткий перерыв, и будем подключать слушателей 211-101. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан». Здесь в студии Николай Голиков, Светлана Занько и Алла Буркова, председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов. Будущее территории бывшего КВАТУ мы обсуждаем. Сейчас вместе с вами, слушатели 211-101, у нас есть телефонный звонок. Сейчас выведем слушателя в эфир. Напоминаю, что мы конкретно принимаем ваши идеи и пожелания, что вы хотите видеть на этом месте. Давайте выводим слушателя. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Пенсионер. Да, Алексей. Я вот знаете, что хочу сказать, что самое хорошее место это для постройки открытого дворца для хоккея с мячом, который является спортом номер один в Кирове. Аргументы следующие, значит. Это хоккей с мячом – единственный вид спорта в Кирове, где команда играет на самом высоком уровне. Недавно еще входила в шестерку лучших команд в мире. Потом имеет самую высокую посещаемость в Российской Федерации. Самую высокую посещаемость. Алексей, секундочку, я вас прерву. Я, во-первых, попрошу вас говорить в трубку. В трубку очень плохо вас слышно. А во-вторых, почему именно в центре города-то вдруг крытый ледовый дворец построить вы решили? А разве мало места на окраинах? Ну, понимаете, у нас вот построят сейчас электрический манеж в Верхниках. И что, вы думаете, много народу будет ходить туда, на окраине? Ну, все же машины есть. Все понятно, спасибо. Спасибо. Вот Алексей предлагает большой спортивный крытый ледовый дворец для спорта номер один и передовой команды Родина. Нет, ну, по идее, тема о том, что нужен крытый ледовый дворец для Родины, речь идет, на самом деле. Вроде бы из Федерации хоккея с мячом об этом разговоре. Если вот насчет места, я все-таки, честно говоря, не уверен. И в том числе, потому что рядом вот как раз находится здание, которое, как предполагают, более такое тихое соседство, мне кажется, да? Да, я еще, конечно, не против абсолютно дворца для игры в хоккей с мячом. У нас есть прекраснейшая территория Заречный парк, можно его из, как говорится, осваивать вперед из песни. При всем при этом, что для того, чтобы обустраивать Заречный парк, у нас масса интереснейших предложений, разработанных для администрации города. И вообще мы это обсуждали совсем другой, ну, этой же программе, может быть, ну, чуть раньше. И там есть спортивные сооружения. А вот мы сейчас говорим о территории КВАТУ. Да, осталось КВАТУ. Там есть прекраснейшие территории, сами оставшиеся после техники. Можно их использовать для парка, для всевозможных игр, дорожек, площадок.
И в то же самое время я считаю, что училище, семинарии, они не будут против это все здесь видеть, потому что все равно это парковая зона, тихая, как говорится, не нагруженная автомашинами. Территория любого... Да, там же нет сквозных автомобильных дорог. Да, вот видите, как говорит, да, сложившаяся у нас на сегодняшний день территория, она, конечно, вот будет очень сложно сделать. Парковки. И это... Очень большой вопрос. Для таких учреждений, вот, больших, где принимается очень много людей, условно говоря, там 10 тысяч болельщиков Родины, это сколько автомобилей будет стоять? Вот. Кстати, я зачитаю комментарий нашего слушателя Александра, который звонил в конце прошлого часа. Он, Александр, еще дополнил свои предложения, подумал, дополнил. Он говорит, хорошо бы построить большой спортивный комплекс с аквапарком, чтобы люди могли отдыхать, в том числе зимой, когда мало солнца. И я себе прям представляю, что раз уж мы... Во-первых, все сходятся в том, что надо эти деревья, которые там выросли, сохранить. Конечно. Да, потому что уже сформированы практически. Ну, во-первых, ее, конечно, надо ее обследовать, потому что все равно там заросло. Понятно. А вот представляете, значит, в центре этой зоны такой большой стеклянный купол с искусственным солнцем, и народ прямо в центре города, значит, получает солнечные ванны, купается в прекрасных водах аквапарка. Тоже идея. Хорошая идея. Давайте я эту идею направлю в Динкопарк. А, вот туда, в сторону Порошина. Да, там место отдыха, рекреации. И пожалуйста, и там есть уже инфраструктура именно для отдыха. Большие парковочные места можно организовать. Вот владельцам Динки парка предложение. Да, найдите площадку для аквапарка пожалуйста, большого. Да, потому что все-таки, да, вот есть в Казани у нас такой большой аквапарк. То есть у нас народ туда ездит и получает удовольствие. Почему не сделать у нас здесь? В Казани пожалуйста. Очень хорошо придумали, так же, как и в Питере, строить аквапарки все-таки по берегам рек, каналов и прочего. Да? Вот, ну, правильно. Очень логично. Давайте мы сейчас выведем на связь Сергея Котова, руководителя архитектурной мастерской «Котов ИК». Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день. Ну, вот такое счастье на нас свалилось. Передали нам все-таки большую территорию, сравнимую с территорией поселка Радужный, как нам сказал Александр Шклёда, да, во владении Кировской области. Вы как видите развитие этой территории? Ну, я внимательно слушал передачу. Было много интересных предложений, но все почему-то вот забыли такую вещь. Если посмотреть внимательно на транспортную схему города, то все как бы сразу проясняется в лучшую сторону, в том смысле, что в эту зону прямо вот рвется улица Преображенская выходом к Парку Победы. Здесь, если бы прошла магистраль, нам позволило бы разгрузить улицу Московскую, перекресток Московская производственная. То есть часть транспорта уходила бы на Авитек, минуя перекресток, а другая, по московской части транспорта, которая шла в метро, ехала бы как бы, ну, более свободно. Вот. Далее, эта магистраль бы разделила на этот участок на две примерно части. Вот северная часть, которая ближе к гаражам там, и ко всем этим производственным сооружениям, вполне могла бы, да, быть рекреационной, парковой, где можно размещать и аллеи, и все остальное, то, что вот вы говорили. А участок между Московской и вот данной магистралью вполне мог быть общественным деловым центром. Общественный деловой центр позволяет как здания, значит, школы там различные образовательные, плюс деловые, и в том числе допускает и какую-то часть жилья. Вот. При этом надо посчитать, не израсходован ли этот процент жилья, который уже есть. Дальше. Вот там мужчина один говорил, хорошо бы взять какую-то идею, допустим, да, что вот наши дети едут в Москву, надо сделать лучше. Вот если использовать, как-то у нас был разговор про набережную реки Люльченко, все здесь хорошо у нас получается. Давайте возьмем набережную реки Люльченко. Она выходит в эту зону рекреационную. Соединяемся с Парком Победы. Через Марлен уходим к метро. У нас получается замечательная пешеходная велосипедная трасса. Вот. Все это с минимальным пересечением автомобильных дорог. Чем не фишка как бы вот для нашего города? Такое кольцо.
Да, спасибо, спасибо за комментарий. Сергей Котов, руководитель архитектурной мастерской Котов и К. Ну, это шире взял Сергей Владимирович. Он посмотрел, как можно соединить, да, вот этими магистральными проездами, автомобильными, велосипедными, вот эту часть города. И правда, здесь же, но кстати... Там ведь, Светлана, тоже не забывай, там же еще железнодорожные пути, их никуда ж не деть. А он как раз говорил то, что после за железнодорожными путями в сторону метро. А что нам мешает сделать путепровод? Давайте пока не тронем железнодорожные пути. Нет, через него также делается путепроводы, вот, чистые пруды. Что нам мешает здесь в данной ситуации? Ну, денег отсутствие нас мешает. Давайте мы не будем говорить о деньгах, давайте... когда мы будем мечтаем, да, о том, что мы хотим видеть и... Алла Марсовна, ну правда, если подумать так, вот если мы сейчас железную дорогу не трогаем, она просто в стороне вот так остается. Но про Лютинку-то мы правда забыли. Про Лютинку? Ведь вы же, когда говорили о как раз генеральном плане епархиального училища, то мы фотографии эти помним все прекрасно. На переднем плане у входной группы епархиального училища был большой пруд. Пруд, да. Пруд, и Лютинка использовалась очень красиво и здорово. И надо сказать, что это Лютинка звучит много-много раз в нашем эфире в последнее время, как раз в в связи с вопросом очистки малых рек городов и превращения их в ленточные парки, да, о которых тоже Игорь Владимирович говорил. Господи, я вот ни в одном эфире так часто не называла имя губернатора, но раз уж будем эксплуатировать по полной, что называется. И правда, почему только об этой территории мы говорим? Там жители окрестных домов, что по берегам Люльченки, давно-давно просят скверы, парки и благоустроенную набережную. Да, да. И вдоль этой набережной как раз могла бы продолжаться вот такая длинная, связанная парковая зона с выходом в парк через зону Квату, парк Победы и дальше. Вот такая уже глобальная, да, работа. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Лия Сергеевна. Да, Лия Сергеевна. Я вот с таким предложением хочу обратиться. У нас очень не хватает в городе достойного концертного зала. У нас все вот эстрадные, например, концерты и всякие там вот спектакли, антреприза, бывают в Доме культуры Родина, Родина, по-моему, называется. Да. В Родине в основном. И в ОДНТ. Это совершенно устаревшие и непригодные концертные площадки. ОДНТ – это вообще позор. Темный зал. И там пахнет туалетом, извините. А ДК «Родина» – там очень душно. В общем, нам очень не хватает достойного концертного зала. Именно здесь, на этой территории, которую мы обсуждаем, ну, или если, в принципе? Если она освободилась, а почему бы нет, туда очень хороший доступ. Там ходит троллейбус, по-моему. Там транспорт. Там не один. Это очень удобно, тогда очень удобно добираться. Понятно, Лия Сергеевна. ОДНТ это ужасно, это, знаете, прошлый век, это на уровне сельских домов культуры и ДК «Родина», да, то же самое. Спасибо. Вот спасибо. Вот, кстати, еще один пласт, который мы точно в Урбане не поднимали никогда вообще, это инвентаризировать наши культурные концертные площадки, понять, каким они соответствуют, какому уровню. Вот здесь сейчас я бы хотел вот какое замечание сделать. Когда у нас была на связи Александра Алиева, сотрудник пресс-службы Вятской епархии, мы у нее спросили, как каких бы соседей они приветствовали, не приветствовали. Она говорит, что вроде ничего против развлечений не имеем, если они будут работать в правовом поле. И вот почему у меня возникло напряжение. Хорошо, конечно, если к нам приедет тенор, будет петь классику, никто не будет против. Но если приедет Мэрилин Мэнсон, класс. Да. То вот я думаю, что в данном случае, хоть он и работает в правом поле, но епархия была бы категорически против того, чтобы он приезжал и рядом с ними делал концерт. Вот здесь такая может возникнуть сложность. Да, я думаю, что и Мерлин был бы не очень уютно там, потому что в центре города ты не соберешь необходимое количество. Да нет, он бы собрал, конечно, необходимое количество, все нормально, чтобы он додумался. Все бы крыши были заняты. Но здесь бы стали возникать проблемы вот этого соседства. Поэтому мне кажется, вот такого рода широкоформатная площадка концертная здесь уже по соседству с епархией не стоит. Реклама у нас в эфире. 2 минуты. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан». Мы сейчас описываем возможную историю будущую бывшую Квату, да, территорию под бывшим Квату. И принимаем ваши идеи. Что бы вы хотели видеть здесь, в центре города, на территории, площадью, сравнимой с территорией поселка Радужный? У нас в гостях прямо сейчас находится Алла Буркова, председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов. И 211-101 номер телефона прямого эфира. Не забывайте
забывайте еще голосовать на сайте hokirova.ru и в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что так активно голосуете. И спасибо паблику «Строим Киров» за то, что он поделился нашим опросом, благодаря чему у нас очень, я считаю, репрезентативный опрос получается. Что там сейчас? 360 уже человек у нас ВКонтакте. Так, что выбирают? То есть у нас за время эфира 100 человек. Нет, тут сильно не изменилось. У нас по-прежнему лидирует «Верните вертолетное училище». Другое дело, что процент стал ниже. И очень активно к нему подбирается парк с велодорожками. Да, он на сайте «Эхо Кирова» большой современный концертный зал лидирует. Дальше парк с велодорожками. «Верните вертолетное училище» на третьем месте. На четвертом детский образовательный комплекс с садиками, школами и кружками. У нас есть телефонный звонок. Принимаем его. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Казаков Роман Николаевич. Да, Роман Николаевич. Ну вот только что мы нашу супругу идею озвучили, это именно детский комплекс и садики, школы и доп. Образование. Но еще, в общем-то, поскольку территория огромнейшая, думаю, что уместно будет там сделать еще, в общем-то, и медицинский детский центр. То есть именно полностью территорию отдать на детское обслуживание. Конечно, для муниципалов будет тяжеловато, невыгодно, но если заинтересуются частники, это будет потрясающая идея. Частное, государственно-частное партнерство вы имеете в виду? Да, да, да. Потому что если отдавать муниципалам, это будет невыгодно. Это не будет окупаться, сейчас особенно на денежку ставится. А вот заинтересовать частников, ну, меценатов у нас нет, но если спонсорство будет здорово, это будет великолепно. Понятно, спасибо. Ну вот, кстати, вот такое мнение. Надо сразу сказать, что мы вчера с областью пытались связаться, есть ли какие-то планы на эту территорию. А планов пока никаких нам не было озвучено. Ну это и понятно, только что передали, да, вот поэтому и принимаются идеи. Да. Но вот эта идея полностью для социального блока правительства, если что, потому что тем более, да, к образованию детские образовательные, медицинские учреждения, культурные, спортивные обсуждаются, культурные. Это все к Дмитрию Александровичу Курдюмову, получается, история отходит. Ну, и мы его как-нибудь обязательно пригласим и спросим, что он по этому поводу думает. Что такое у нас? Телефонный звонок. Очень строгое выражение лица. Видимо, кто-то серьезный звонит. Так, у нас слушатель. Хорошо, добрый день. Алло. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга Павловна. Здравствуйте, Ольга Павловна. Я считаю, что в нашем городе очень не хватает парков. Я была в разных городах, сравнивала. В нашем городе действительно негде людям гулять с колясками, жилым людям. А, например, парк с велодорожками, велосипедисты просто посмеются. Зачем он нужен? Велодорожки в парке, ну так вот, ради спорта, да? Велодорожки нужны по городу, чтобы перемещаться. А парки необходимы. Особенно парк Победы, даже вот парком сейчас не назовешь, это же вот просто сквер. Ну, клочок остался. Вот если возможно из парка Победы снова сделать парк, то есть выкупить обратно то, что отобрали у людей. Понятно. Вот такая история, видите. Но, кстати, мне все больше и больше нравится вот эта идея Сергея Котова сделать непрерывную зеленую такую зону, да, учитывая территорию Люльченки, парковую зону, которую можно заложить на этой территории, или не то, что заложить, а ее сохранить практически, только обустроить правильно с выходом на Парк Победы, вернуть то, что было отобрано, как говорит наша слушательница, у людей, еще часть, прилегающая к Парку Победы, и дальше у Котова была еще история через Луганскую, видимо, куда-то туда, к метро, вот это, да, вот все, да, и в лес, да, видимо. И вот как раз, да, туда, в лес. В Русское вот и Башарова. Туда-то вот велодорожку и сделать. Вот ну туда, вот здесь я начала, кстати, говорить. Здесь же, смотрите, вот на этой территории даже нет спусков и подъемов. Это такая ровная достаточно территория. Если мы говорим о системе велодорожек, связывающей все эти территории, это, наверное, самая удобная такая вот история. Ну, в сложившейся территории нашего города, конечно, велодорожки делать сложновато. И поэтому, конечно, я не соглашусь с нашей слушательницей, что не нужно велодорожки в парке. Нужно велодорожки в парке, потому что на сегодняшний день у нас их нет нигде. Вообще. Это правда. И хотелось, и даже я, увлекаясь роликами, в этом году летом искала территорию, где бы я могла покататься на роликах и поучиться.
научиться покататься, потому что стоять на роликах все-таки ростом 1.70 м, бояться, все-таки взрослый человек, бояться о том, что я сейчас грохнусь, это вот этот страх. Где катались в итоге, Алла Марсовна? На территории Квату. А, ну что? Ну вот так вот. Нет, по-моему, нормальную площадку филармонии подасфальтировали, там сейчас можно уже. Дело в том, что мне туда как бы, в принципе, далеко ехать. Я живу как раз вот в этом районе, Московская и Ердикова, поэтому, да, я выбрала то там, где была более-менее гладкая поверхность, и именно та, которая подошла именно для роликов. Да, в Парке Победы, кстати, плитку укладывают. Да, в Парке Победы в плитку укладывают, там вот сложно. Александр Булдаков, член правления Союза строителей Кировской области, я член общественной палаты Кировской области, у нас на связи. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день, Светлана. Ну что, что вы, во-первых, радость ли это, что нам отдали эту территорию в конце концов? Конечно, конечно, конечно. Но это большое дело. Вот я ехал сейчас, как раз слушаю вашу передачу. Хорошая тема для обсуждения. Так, и что вы думаете, у вас какие мысли, идеи? Как вот, нужно использовать? Значит, я думаю, что вот я бы согласился с Котовым частично, что Преображенскую продлить до Парка Победы, и на самом деле велодорожка, она необходима для перемещения по городу, а не просто кругами нарезать, значит, по парку, допустим. И все-таки общеобразовательный какой-то кластер должен быть со спортивными сооружениями для наших детишек, потому что возьмите центр, 29-я школа, да, вообще нет территории, 28-я вообще нет территории, 24-я вообще нет территории. А здесь на фоне парка вот эти школы бы они стояли в красоте в этой среди деревьев, набережной Люльченки, пруд. Ну и там еще можно много чего построить, вот создать какую-то рабочую группу, чтобы инициативные ребята вот это все продумали, как вот это насытить на это пространство. Но общеобразовательный кластер, среднеспециальных образований у нас сейчас не хватает, никто не учит рабочим профессиям, в школах в две смены работают, по субботам учатся дети. То есть вот, как бы, я считаю, здесь только так. Спасибо. Но... Давайте проведем конкурс. Да. Среди населения и авторства, как говорится, профессионалов, как архитекторов, так и дизайнеров. Да, да. Александр Булдаков, член правления Союза строителей Кировской области, был с нами на связи. Я надеюсь, что конкурс, конечно, будет. Но вот смотрите, Александр Владимирович поддерживает идеи нашего опорного вуза. И уж если мы опорный вуз считаем некой точкой отсчета в этом регионе, да, каким-то драйвером развития, то, наверное, надо все-таки прислушаться. Я согласна, что, конечно, наши вот передовые школы и инновационные площадки, которые были перечислены, они практически все напрочь лишены спортивных залов. Дети вообще не занимаются. Культуры на асфальте рядом со школой. На асфальте рядом со школой, и в коридорах, и где и только не собираются. Да. Ну, это приспособленные, потому что здания, они специально выстроены для школ. Да, да, совершенно верно. Это был как раз такой период времени в нашем государстве, когда мы приспосабливали какие-то определенные здания, переходящие в городскую собственность. Но факт то, что да, новые-то школы все-таки у нас имеют все. И территорию, и спортивные залы. Совершенно верно. Это несмотря не только строители. Вообще, вот если суммировать то, что сегодня поговорили, да, почти большинство людей ничего против детских образовательных учреждений, да, территории в парке. Да, вот парк именно и в территории, детские учреждения, да, да, да. Там все-таки я хочу сказать, что очень хорошая территория для развития зеленой зоны. Не надо. Я бы вот это же будет первый опыт, если такое будет, что именно внутри парка нечто, а не рядом зеленая аллейка, а вот здесь вот сплошные там дома, офисы и образовательные учреждения. Последний телефонный звонок принимаем от слушателя нашего. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мария Ивановна. Дело, видите, в чем? Меня почему-то вот когда коробит. Почему жители не звонят, кто там живет? Там же очень большой район. Они должны были в первую очередь. И потом вот что, я бы, конечно, я не знаю, это мое мнение. Неплохо бы, конечно, спортивный комплекс. Очень было бы хорошо. И потом неплохо было бы это сделать большой зал. Ну, какой-нибудь там это, концертный зал. Тоже было бы неплохо в этом районе. Там места много. Школы построить тоже неплохо было бы, садики тоже неплохо. Спасибо, Мария Ивановна. В общем, много чего нам не хватает. Ну и потом, конечно, да? бы это
как-то бы сад какой-нибудь. И сад. Да, парк. Да. Парк. А, парк, концертный парк, зал, школа образовательная. Зал, школа образовательная, да. Сад. Всего не хватает нашему городу. Нет, ну там, понимаешь, так получается, там целый микрорайон. На самом деле, сразу же нельзя сравнивать. В принципе, правильно, да? Правильное рассуждение. Целый микрорайон. И, в принципе, почему бы не сделать именно зеленый сад, зеленый город детского уровня, развитие прекрасного, прививать это с детства. И все это может войти именно в этот кластер, так называемый. Вот учебный, развлекательный, развивающийся. Ну, насчет вот детской какой-то больницы, может быть, да. А может быть и нет. Детки, которые ходят в школу, сразу увидели, где больничка. Что можно было сказать? Я вот тоже сразу так это поэтому подумала. Пейте, дети, молоко, медсанчасть недалеко. Я думаю, что почему сказали? Потому что и больницы тоже требуют парковые зоны вокруг себя. Ну, естественно. Но смотрите, такая история. Мы все время говорим про детей, а мы вот изучили же за этот год историю с людьми уже предпенсионного и пенсионного возраста. Для них очень мало учреждений, куда бы они могли ходить и тоже заниматься спортом, искусством и чем угодно. Но вот тут, кстати говоря, если бы зона была продлена через Парк Победы и отобранное у населения, да, в кавычках я ставлю, территория, поскольку я цитирую, Парка Победы была бы возвращена в парковую зону, а там есть дворец единоборств, который мог бы получить пристрой, например. А во дворце единоборств, спасибо им, они развивают бесплатные занятия для пожилых людей. Ну, то есть прекрасная зона вот туда бы переросла уже для следующей категории, да, вот здесь для детей, например, да, в бывшем плато, а там вот для людей вот зрелого уже возраста. В общем, много чего мы можем сделать. Идеи мы правительству сейчас накидали. Посмотрим, куда будут двигаться они со своими решениями. Ну спасибо. Спасибо всем, кто участвовал в нашем разговоре. Я думаю, что на самом деле Света правильно сказала, идей прозвучало очень много. Что-то очень много общего все равно можно сказать, да? Да. Все хотят, чтобы наш город стал лучше благодаря этой зоне. Да, ну а мы, наверное, вот сейчас подметили, что следующий урбан надо бы посвятить состоянию культурных центров и концертных площадок города, да, Киров. Вспоминая посмотреть. Звонок слушательницы про да. ОДНТ. Урбан завершен. Всем всего хорошего. Урбан. Программа о городских проектах.